Софийка, что ты делаешь? Я красусь. Куда собралась? С подружкой гулять на улицу. Гулять? Да. А я думала, я хотела тебе предложить, чтобы мы сняли черен. Ну, давай снимем. А знаешь, какой? Нет. С нашими любимыми? Мило, мы давно не снимали черен. Ух ты, какая у тебя косметика. У меня есть такой блокнот. Это что, антистресс? Да. Смотрите, ребят, какой у Софии блокнот. Ты такая красотка. Ну что, как у меня красиво? Да, вообще звездочка. Ребят, мы уже косички начали? Да, мы начали уже косички расплетать. Да, вот так вот. Еще никак не расплетем. Расплетаем, расплетаем, не дали расплетать. Ну что, на улицу пойдешь попозже, да? Да. А сейчас мы снимем челлендж. Мы очень давно не снимали видео с куколками Лол, особенно челленджи наши любимые. А это что? Закрой глаза, покажу. Я сейчас положу косметику и зеркальце. Ну хорошо, а я приготовлю сюрприз. Так, а я готовлю сюрприз, а я готовлю сюрприз. Сюрприз будет вот такой. Это, конечно же, куколка Лол второй волны с волосами. А челлендж у нас будет тоже очень интересный. Сейчас, ребята, я вам все покажу. Ребята, челлендж будет вот такой с куколками Лол. Что ты слышала? Что это капсулу ты откроешь, когда мы челлендж? Я хочу, чтобы там вот такая попалась. Мне очень нравится. Да? Вот такая тебе нравится? Да. Какие же условия нашего челленджа? Конечно, мы откроем куколку. Ребят, смотрите, я буду выбирать туловище. Туловище уже идет с одеждой. А София должна узнать по туловищу, какая голова какой куколке подходит. Мы очень давно не снимали видео, поэтому мы давно не брали куколок в руки. Мы давно не брали куколок Лол в руки, они у нас лежали сложенные. А я какими-то играла, вот такой играла и еще. И, конечно, за 10 секунд София должна будет... За 5. За 5? Ты за 5 секунд угадаешь? Да. Нет. Давай за 10. Да, за 10 секунд София угадает, где чья голова, какого туловища и какой одежды. Будет подсказка, это одежда. Ну что, поехали? На экране будет видна куколка, которая как должна выглядеть. Поехали. Время пошло. Видите, Роттерсы? Помните этот? Правильно. Давай. Соединяй их. А ребята считают, сколько у нас куколок Лол. Давай я покажу. Все верно. Считайте, ребята, сколько у нас куколок Лол. Мы специально освободили там место, и наши куколки будут стоять вот здесь. Так, я тоже беру наугад, чтобы вот так. Время пошло, вот такое туловище у нас. Нарядчик. Правильно, молодец. Давай, соединяй, что, а то я одной рукой не могу. Похожи. Да, только у одной есть эти усики, а у второй нет. Давай, и показывай сразу мне. А ребята смотрят, правильно ли София называет? Вот такая. Давай, ставь. Две подружки. Пока что по-быстрому. Пока что по-быстрому. Вот такое туловище. Это вот это. А-ха, это ж надо. Ты ее только что в руки брала. Я, ребята, беру наугад. Я даже не смотрю. Так, идет. У меня даже будет куколка сюрпризом, но я потом, чтобы София не видела, покажу. Так, вот такая. Так, она где-то рядом. О. И это правильно, это наша это единорожка. Легко, это единорожка, я ее хотела очень. Да. Ребята, и на пляж, не на платье есть такая. И, конечно же, София сегодня в платье Лол. Не хотела. Так, поехали дальше. Берем наугад вот такую. Майкл Джексон. Так, ищем нашего Джексона. Будем спрятаться. Где он мог быть? Время пошло. А ты вообще его видишь хоть? Я да. Ну хоть подскажи, посередине или тут? Не могу, не могу, не могу. Но... Ты не на меня смотри, а смотри на кукол. Вспоминай, как он должен выглядеть. Я знаю, как он выглядит.
Так это девочка Майкла Джексона. Да. Майкла Джексона. Майкла Джексона. Так, Софийка показывает, показывает. А то ж, ребята не видели, правильно ли ты ее показала, одела? Правильно. Молодец. Пока София ставит, я ищу новую куколку. Наугад, наугад. Вот так вот. Время пошло. У нас вот такое платье. Можешь крутить, если тебе сложно. Она с белыми волосами. Там-там-там-там. Ну как? Сошлось? Сошлось! Правильно! Ты там выставляешь, их не видно. Может, ты туда просто в уголочек будешь ловить? Или ты будешь выставлять? Сколько у нас уже красоток? Вау! 4, 5, 6. Шесть. Вот посмотри, 3 у них одинаковые прически. Да. И 3 разные прически. Угу. Поехали дальше. Куколки у нас еще много, поэтому поспешим. Так, это быстро. Раз, два, три, 4, 5. Ищем, ищем, ищем. А ты видишь его? Я, честно, уже забыла, что там за кукла. Можешь крутить? Можешь крутить? Можешь крутить, так быстрее, может, вспомнишь. Так. А, она сверху лежит, да? Правильно. О, одинаковая прическа. Да, много куколок, которые повторяются, так у них разные наряды. Да? А как ты знаешь, что это мальчик? Да, это мальчик. Это мальчик. Мальчик нашей красавицы цветочка. Так, где цветочек? Муж. Мам, выбери цветочек. Ну как упадет карта. Показывай. Ой, вот такая у нас. Давай. Я покажу. Сейчас. Правильно. Давай. Смотри. Мам, ну я сейчас буду телепатить. Давай, телепатить. Телепатить. Телепортируй. Время уходит. Она. И это ультраредкая куколка. Конфетти Поп, по-моему, да, это куколка? Я уже забыла, какие они. Сейчас столько куколок новинок, что мы не успеваем их даже покупать. У нас просто нету на это средств. Да? Я думаю, что тут прям до того края не будет. Вот так вот. Красавица. Кто? Кто это? Ребята, смотрите, правильно ли София смотрит или выбирает? Крутим, вертим. Правильно. Я закрыла глазами. София, надо быстрее все это делать. Время уходит. У меня просто телепат. Ты телепатище. О, давай усложним. Я буду с закрытыми глазами. Ай. Да я буду. Да как ты угадаешь с закрытыми? Подсматривать будешь? Нет. Поехали дальше. И вот такая у нас. Давай, молодец, это она. А что, ты их не забыла, да? Я представляю, если бы у тебя еще больше их было, ты бы тоже их помнила? Молодец. Вот столько было бы, я их тоже помнила. Да. Так, у нас еще. Вот такая. Я хочу уже открыть свою подружку. Давай сначала подружек угадаем, а потом откроете подружек. Она рядышком. Да. Показывай. Не забывай показывать ребятам, а то ребята скажут, что мы нечестно играем в челлендж. Что там такое? Ты сваи заколачиваешь? У меня тонкая шея стала. Не влазит, да?
Ну, это правда. Вот. Еще одна голова. Да. Давай, ложи ее туда и поехали дальше. Кукол еще много, времени много. А обрабатывать мне видео еще будет дольше. Вот. Это раз, два. Раз, два. Давай, давай. Уходит время. Я буду шатать, чтобы ты быстро не поняла. Она вот тут рядышком с тобой лежит. Да? Здесь лежала? Правильно. Вот и такую выбрать. Нет, я буду сама выбирать. Ну, подсматривай. Оп. Снежный ангел. Ищем. Быстро нашла. Я молодец. Снежный ангел. Все верно. Так. А это кто у нас? Часть обуви, ребята, у нас в коробочке, поэтому не... Они вместе без обуви! Не переживайте, у нас все на месте. Кто это? Вот ты уже так быстро нашла? Следующая кукла у нас. Оп. И это у нас? Кто? Ультраредкая. Голди, да? Наша Голди любимая. Все верно. А я музыка. А вот такая. Что это? Ищи быстро, время идет. Молодец! Я ее как-то сломала. Да? Но она вставляется, да? Да. Юбка сильно вытерлась у нее. Угу. Красавица. Видите, ребята, у нас все куколки наши на месте. Да. Только мы мало пополняем коллекцию, они очень дорогие. А сегодня у нас пополнится. Да, пополнится коллекция на одну новую куколку. Так, смотрим. Время пошло. Это моя любимая куколка. Такая. Да, с волосами. Ой, что-то там резиночка у нее была на голове. Вот такая куколка у нас. Надевай. Так. И это первый сезон куколок с волосами. Ну, давай. Подружка, мы скоро тебя откроем. Красавица, да? У нее такие классные волосы, мягенькие, как настоящие. Да, и настоящие. Так, поехали дальше. Опа. Это тоже с этой серии. У нас уже так мало куколок. Так ты их быстро угадываешь. Я думала, тебе будет сложнее. А ну, показывай. Кстати, у них одинаковые прически. Почти. Только у них цвет тела разный. Видишь? И разные волосы. Покажи. Чуть не убежала. Вот такая красотка. И я уже достала новое туловище. И новый наряд. Кто это у нас? Верно. Ты ни разу еще не ошиблась, София. Как так? Ну, что с тобой делать? Давай, давай. Вот такая красотка. И следующая у нас какая? Да, это две подружки. С одной серии Близнец. Получается. Да, только это глиттерная, это нет. София, туловище. Время уже пошло. Показывай. Нашла быстро. Это пандочка, верно. Молодец. И я ищу вот такую. Та-дам. Это вангерс. А где же она? А я ее вижу.
Ля-ля-ля-ля-ля? Да. И ты ее видишь тоже. Ребятки, поддержите Софийку подписками и лайками. Она очень старается и умница. Да. Молодцы. Кто не подписался, подписывайтесь. Поделитесь нашими видео со своими друзьями. А я пока что помешаю. Сама помешаешь? Ну, можешь выбрать. Только смотришь на меня. Опа. Ой, ноги какие красивые. Ноги красивые. Увидела. Так, смотрим, где. Чьи же это ноги? Теперь я. Ой, нашла аксессуарчик. Да. Чей же он? А по аксессуару найдешь куклу? Да. А ну давай я покажу. Валеринка. 4, 5. Аксессуары 5. Я нашла бубенчик. Теперь вот такой. Ничего, не хурите, ничего. Винчик, что ребенка. И чья же это голова? Это ее, да? Думаешь? А может туловище найдешь? Да, найду. А ну. Может, тебе надо было просто голову показывать, а туловище ты бы искала сама? Тебе так сложнее? Да. Я смотрю, тебе так сложнее. Так что, усложним? Нет, я не смогу. Ищи туловище. Я не смогу. Ищи. Туловище, ты где? Его там нету. А я что-то сама его не вижу. Туловище, ты где? Вот оно. А, ты его переодела. Да. Вот почему мы не смогли его найти. Софийка переодела эту куколку в другую одежду. Но здесь купальник ее, и она классно меняет цвет. Пока-пока. Следующая куколка. Та-дам! Мальчик. Это мальчик? Да. Да, у Софии была мечта мальчиков. Теперь у нас аж 2 мальчика. Не, у нас 3 мальчика. И 1 малыш есть, да? Нет. И это куколки. Вот это тоже мальчик. И это куколки серии это мальчика. Тоже мальчик. Синие шарики, первый это сезон. Это тоже мальчик, только он с ресничками. Но это у нас мальчик, пока у нас мальчиков не было. А теперь она уже девочка. Нет, это мальчик. Это цветочка. Так, поехали дальше. Та-дам! Ты уже нашла? Он просто вообще тут. Рядышком лежал, да? Ну давай, чуть-чуть такая, подвинем. Такая. Все правильно. Оп. Подвинем голову. Так, посмотрим, сколько у нас осталось. Так. А тел сколько? Мало уже. Давай я выбираю. Вот такая вот. Ха-ха. То, что ты только что проговорила. Да. Это ж надо попался. О, они такие. А что ты выбираешь? Ну хорошо, выбирай, какая голова. Точно. Анна, показывай. Вот такие красоточки у нас. Мы, кстати, только что выбирали. Все верно. У нас, смотрите, уже целая куча. Кто считает куколок, считайте, ребята. И мы поехали дальше. Вот такая у нас юбка есть, кофта. Это правильно. Бритни Спирс. Верно. И вот такая у нас. И мы ищем. Вернее, Софийка ищет. Время пошло давно уже. Еще чуть-чуть осталось, и ты проиграешь. Дайте подсказку. Время вышло. Ты запамятовала? Запамятовала, да? Правильно, Ханнибан. Вот еще одна. Черти, верно. Красотка. Еще ангелочка не хватает. Да, в нашей коллекции. Вот еще одна в таком же цвете, в костюме, как и черти. Только с одним тапочком почему-то. Где-то спал тапочек. Слепа. Что
Там не у нас с одним тапочком все, смотри. Телепат, вон, дон. Что это за красавица? Знаешь? Это мне подружка Аня в садике подарила. Да, и они поменялись. У нас повторка была, поменялись куколками. Я вот такую, я сейчас вот такую с волосами. Да, подарила. Она а тебе такое, да? А я как раз такую хотела. Опа! И? И самая это... первая куколка у нас. С волосами, да. Еще она попалась нам золотая, ультраредкая. Да, и мы тогда так... Бадди, это... Бадди ее зовут, или как, Бадди. И у нее сережки снимаются. Ведьмочка маленькая, да? И у нее сережки снимаются. Снимаются сережки? Да, и она может без сережек быть. Сейчас оденем. Все верно, все верно. Кого тебе запутать, кого тебе напутать тут? Сейчас я уже начала выбирать. Оп. Это легко. Они рядышком лежат. Да, рядышком две головы, только другого цвета, да? Правильно. Да так ты засовываешь в руки, там в свай вколачиваешь. Все верно. Так, совсем мало куколок осталось. Вот такая у нас тоже красотка, золотая. Ну, ты быстро нашла, она очень яркая. Синие волосы такие шикарные. Что? Ну, и что? Пусть лежит. А что такая маленькая? Это пусть стоит лежит, маленький... то бонус. Это что, из маленьких куколок лук? Вот такая. Не то тело? То. То? А ну, показывай. Верно. Спящая красавица. Спящая красавица, да, пижамная вечеринка. Так, ребятки, ищем. Мы так быстро куколок находим. Мы София. Только начали ее жить. Уже заканчиваем. Ну, ничего себе. Ну-ну-ну. Дуришь, да, дуришь. Нет. О-о-о. Они вместе? Да, вместе, две головы одинаковые. Все тут почему-то с одной... Все вместе, да? И вот такая красавица. Пока! И поехали дальше. Та-дам! Та-дам! Мама такую очень куколку хотела. Да, и она нам попалась, тоже золотая. Очень красивая, яркая, блестящая. Правда, ботиночки были почему-то с другой золотой куклы. И за одной. Да. Так. Угу. Верно. Королева ночи. Королева ночи. Что-то. Ничего. Она переодевалась. Ложи. Молодец. Так. Ребятки. Будет у нас вот такая. Будет у нас такая. Ну, попробую две сразу найти. Они вместе лежат. Ну, вместе лежат. Да. Повезло тебе. Ну, а вторая какая? Я пойду переоденусь. Где вы там спрятались, мадам? Мы вас ждем. Готова я. Так, и вторая? Такая. Смотрите. Я тоже пойду переоденусь. Мы вас ждем, мадам. Вы вернулись? Да. Но все, красотки. Как это они вместе лежат? Действительно, как это вместе лежат? А что ты там ищешь, София? Так нечестно, ты не должна тут лазить. Оп. Так. Вот и вот. Это что? Вот и вот. Ты выбрала платье? София, как всегда, спешит открыть куклу, я смотрю. Она уже начала выбирать даже платье. Ну, показывай красоток. Верно или нет? Это китайская куколка. Почему китайская? Мы перевезли из Китая кто-то. Ну, нам. С Америки выслали. Это американская куколка. Мы пойдем переоденемся.
У нас же нету тут подделок. У нас же все оригиналы. Какого Китая? София, ку-ку. Вот видишь, как мы давно открывали куколок. София уже не помнит, откуда у нас куколки. Я пойду тоже переодену. Ты мне не показала или показала? Показала. Показал? Такие две куколки. Молодец. Поехали дальше. Вот такая. И это переодетая куколка. Как ты думаешь, кто это? Это моя лапа. У этой куколки есть несколько нарядов, поэтому она может быть в разных нарядах. Это ее, кстати, наряд. Да, и это их шар. Да. Молодец. Дива. Дивуля, наша одна из первых куколок, самых таких. Ой, переоделась, это мне как-то неприлично, я в купальнике. В купальнике? Красивая она в купальнике. Я пойду переоделась. Все, я переоделась. Ну как, я вам красивая? Звезда. Недаром тебя Дива зовут. И у тебя уже много поклонников. Так, так, я их перемешаю. Куда повылетали? Так. И дальше. Опа. Череп. Она смотрит сама свою жопку. И вот такая у нас куколка. Да, куколка череп. Вишенка, да? Да. И у нее есть татуировка, и вот такая. Это означает, что она цели. И следующая куколка у нас. О, вот такая. Правильно. Она у меня есть на платье. Да? Одевай. А я поищу еще одну куколку. А я переоденусь чуть-чуть красивее, себе блесточки добавлю. Ну-ну. Ну что, я красивая стала? Красавица. А у меня вот такая есть еще красавица. Вроде это... Время уходит. Вот такая. Угу. Правильно. Ой, не убежала. Совсем чуть-чуть куколок осталось. Тут уже без волос осталось. Вот такая. Вот такая. Правильно. Леди Багама ее зовут. А я поищу еще одну красотку. Да-да. Вот такая. Только что... Вот, посмотрите, ребятка. Угу, да. У них одинаковые волосы, одинаковые костюмчики, и, да? И вместе у них там трубочки. Да, и разные просто расцветки. А так они почти идентичные. И тело у них чуть-чуть отличается. У них все да? одинаково. Но у них даже глаза одинаковые. Да. Скажи, смотри. Значит, эти куколки сделаны с одной куколки, мне кажется. Да. Да? Просто вот с такой. Да, поменяли. Просто вот это первое было. Да, цветочек первое. А та вторая была уже в глиттерных шарах. Оп. Так. О, это вселенная такая попалась. Клеопатра такая, да? Да. Но она какая-то такая, она меняет классный цвет, но она какая-то такая потертая. Глаз, глаза глаз. У нее что-то потертые да. такие. Очень потертая. Клеопатра, верно. Так, вот такая вот. Красотка. Тоже писает. А, или плюется. Писает. Плюет. Ну, время. Так. Молодец. Никак не дается Софии она будет ставить высокая, голову. Высокая. Будет медленная шея, как у утки, да? Да, некоторые ухо вставляются. Давай, я сейчас. Ого, я не могу. Вот такая куколка. Да. Не убежала. Вот такая красотка. Такая красотка. Да, теннисисточка. Тут, кстати, они почти все с темными прическами. О, давай посередине сделаем с темными прическами.
А по бокам со светом, да? Да. И вот так. И осталось совсем чуть-чуть. Чуть-чуть. Такая танцевальная куколка. И вот такая. Так, это такая. Верно, докторша. Доктор Плюсов. Ты такая умница. Ты всех кукол узнала. Я Лоссома. Эксперт. Эксперт по куклам Лол, да, верно. Вот такая. Привет! Пока! Я пойду чуть-чуть спортсменкой попробую. Давай, давай. Иди, иди, опа. Та-л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 а. Ребята, кто еще не подписан на Софину Инстаграм, подписывайтесь. Да. Можете там написать комментарии. Потому что под низом. В комментариях под видео закрыты, поэтому... Ну, а в некоторых, когда где я маленькая, там... Не, сейчас не... все закрыто, Зайка. Нет, не везде. Сейчас везде закрыто. Не у всех. Ну, они как-то открывают, но их потом снова закрывают, поэтому лучше открывать не будем. Вот такая я. Все верно, молодец. Открывать не будем, пусть остается как есть. А все куколки уже в обморок попадают. О, конечно, от того, сколько кукол, то все уже лежат. Так, смотри, вот такая. Это легко. Это легко, это наша самая первая золотая кукла. Блестящая. Самая любимая и самая редкая теперь. Теперь точно таких никто не выпускает, и они редко у кого есть. У Кристи не у всех такие есть. Не, не у всех, она была очень редкой куклой. Это блестящая. Это серия глиттер. И какая же из них? Вот давай вот так. Перекручиваем. Перекручиваем. Ты мне не показала куколку, Санька. А ты ищешь. На. Ищи, ищи. А я пока покажу куколку. Кстати, такая у тебя есть на платье. Да нету. Как это? Вон на платье, можешь подсмотреть. Потому что я подумала, что светлый. На платье я он увеличила. Вот, смотри. Да, это она. Я прыгаю, раз, два, три, пуф. Хватит прыгать, где ты там делась? Попрыгун какой-то. А не куколка. Все верно. Так. Красотка. И это у нас... Это... Алиса в стране чудес. Да. Или карточная королева. Ну, кто как называет. Привет! Это я. Молодец. Смотри, у меня такая есть. Тапочек у нас она один. Она упрыгала. Упрыгала далеко. Ну, ничего. Верно, верно. Один это... тапочек. Я пойду, на трамплин. Давай, прыгай в тапок. Прыгай сразу в тапок. Эх, скок! Отдайте мне мой тапок! Оп. О, господи. Есть! Победа! Я прыгаю. Молодец. Так. А сколько тут осталось? Раз, два, три, четыре. Я уже приготовила фигуристку. Шесть. Ля-ля-ля-ля-ля. Семь, восемь, девять. 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 Ля-ля. Это девятая. И это у нас фигуристка. Все верно. Молодец. Умница. Так. Верно. Ты уже быстро все, да? Распределишь.
А вот это? Да, да, да. Аккуратно. Правильно? Ты все, все, время подходит, поджимает, чуть-чуть осталось. Показывай. Ну, тапочки летают. Ой, а это что это? Ты что, туловище сама взяла? Ты посмотрите, как она спешит. Я даже время не засекаю, как она спешит, чтобы открыть кукол, верно? Оп. Я по две уже буду, давай. Давай. Ну, я так быстро не увидела, Соня, ну так нехорошо. Давай. Оп, молодец. И еще две. Аксессуары остались. Вот такая. Это сюда? Да, это сюда. И у нас есть бонус. Вот такая куколка. Только она не куколка Лол. Вот такие две куколки. Да. Соединяй этих. И, конечно же, открываем. Открываем капсулу Лол. Вот тут будем открывать. Вот наши три последние куколки. Три последние наши куколки. И, конечно же, София уже хочет открыть эту капсулу. Смотрите нашу кучку. Ага. А вы посчитали, сколько у нас куколок? Пишите. В комментариях, вернее, в сообществе. Ну, или в Инстаграм. Открываем? Ну, Соня, ну, конечно, открываем. Это... Давайте же посмотрим, что же какая у нас картинка. Тут. Вот такая у нас куколка, очень красивая. Да? Ну, посмотрим уже, какая будет. А мне нравится принцесса вот такая. Нам тебе нравится. А золотые здесь есть? Да. Нет, да? Не золотая. Не золотая? Нет. А розовая. Какая, розовая? Да, светлая. Ну, уже какая попадется. Давай уберем эту. А, это как молния. Ну, в любом случае, здесь все куколки с волосами, да? Да. Да? Даже мальчик. Как интересно. Давайте помогу немного. Ух ты! Вот это какая прикольная! Это тоже классно. Это, кстати, золотая вот такая идет, по-моему. Нет. Нет? Такая прикольная. А мне кажется, они все прикольные. Производители чем дальше, тем лучше делают куколки свои. Все интереснее, да? У нас такое не было, как шоколадки. Вообще, даже первым числом. Внимание, я посмотрю. У нас вот такая куколка с ножничками какая-то. Наверное, опять такая лупа. Две парикмахер какой-то. Это новая лупа у нас такая. Угу. Но она ничем не отличается от первой лупы. Так, да? Вот тут открываем. Открыть. Побрызгаем волосы. Пис-пис-пис. Так, это вот откроем. О, пакетик. Ага. Тут вот откроем. Тут откроем. Вкладыш. Вау. Давайте посмотрим в коробку. Вкладыш. Только сначала. Давай, вкладыш посмотрим. А, вот видишь, какие красотки. А у моей подружки Насти такая. У Насти вот такая есть. Вот это ультраредкая, какой София хочет. И все, больше ультраредких здесь нету. Вкладыш? Есть еще со звездочкой вот такая. Это костюмчик такой вот есть. А-а-а. Только не смотри. Я знаю, кто. Кто это? Я не говорю. Я знаю. Вау, какие прикольные ботиночки. Это девочка. Да? Да. Розовые. И посмотрим тут что.
тоже очки. Прикольно. Да. Так. О, расчесочка черная. Черная расчесочка. Не черная, а серенькая такая. Вот такие штанишки. Бутылочка прозрачная. Да, бутылочка прозрачная. И вот что-то тут еще. Тут ручка и подставочка. Ага, да. И посмотрим, какая у нас девочка. Давай. Нам попался. Я не хотела мальчик. Я хотела девочку. Бузя, что ты плачешь? Девочка нам попадется в следующий раз. Но ты так мечтала о мальчиках. Теперь смотри, какая у него прическа. Софийка, смотри, настоящий мальчик. С татуировками. Смотри, какой красавчик. Ой, я хотела какую-то девочку. Ну ладно, пусть будет с тобой. Расстроилась София, у нас мальчик. Ты так мечтала о мальчиках. Так я не хотела, мне он некрасивый, он весь черный. Я хотела просто мальчика без волос, где только мальчики. Зайка, ну не расстраивайся, у нас обязательно попадутся девочки. Я думаю, мы не последнюю куколку откроем. Мы еще будем открывать эти серии, и у нас будет и девочка, и даже та, которую ты очень хочешь. Только он любит черный цвет. А это мальчик. Софийке грустно. А вы как считаете, ребята? Это хорошая куколка или нет? Он некрасивый. Ну чего, он красивый. Смотри, он весь какой. Черный. Я хотела розовенький. Где-то, чтобы там было розовое. У него это туфли розовые. Ну так что, я хотела, чтобы все было там девчачьи цвета. А тут девчачьи только черный. Маленькая, ну чего ты? Ну не плачь. Ребятки, поддержите Софийку, пожалуйста. Видите, она расстроилась. Хотя я считаю, расстроиться нечего, потому что это очень красивая куколка, а мне он очень нравится. Я так не хотела мальчика тут. Маленькая моя, не расстроилась. Ладно, поддержите Софийку лайками и подписками. И обязательно... Я бы хотела бы такую лучше, чем этот мальчик. Ну и я такой, но он с одного клуба, значит, нам такая тоже может попадется. Мы обязательно откроем еще куколки и покажем вам. Что у нас еще у меня цвет. Может попасться? У нас, правда, одна капсула только. У меня цвет. Будем купать? Mm-mm. Не будем? В следующий раз покупаем, намочим. Да? Для чего сделали меняющий цвет? А если не будет красивой куклы? Ну, не плачь, моя хорошая, не плачь. Ты такая умница. Может, перепутали? Ты угадала все куколки. Ты такая умница была. Ну, чего ж не возгнать? Почему нас вот тебя не вознаградили и не дали тебе то, что ты хочешь? Но мы важили вчера эту куколку, капсулу, и теперь мы точно знаем, сколько весом мальчик, да? Сколько был? 270. 266 грамм. Поэтому я, кто? Мы по-разному. Я ставила бы да. Другой. Я ставила другой. Он прыгал туда-сюда. Но если кто хочет мальчика, эта капсула весит 266 грамм. Да. Плюс-минус 1 грамм туда-сюда. Поэтому вот так у нас сегодня получилось. Не расстраивайся, моя красоточка. Мы обязательно еще откроем капсулу, и тебе попадется то, что я ты думала, хочешь. Я думала, что там девочка. Почему? Значит, он должен розовый. Покажи в очках. Ну, красавчик. Все. Всем пока-пока, ребят. Будем успокаивать Софию. Пока-пока. Пока-пока. До новых встреч, нового видео. Я бы хотела такую куколку. Такую? Такую. Я бы хотела такую куколку. Ну, тебе обязательно такая попадется, не волнуйся. У меня разные ботинки. Почему? Да. Так сделали. Yeah.
хорошенький мальчик. Ну, поцелуй. Мой маленький. Пока-пока. Ну, зато у меня три мальчика. Теперь три, да. I can feel them, they're fading away. Oh, you're like a fantasy. I know this can't be real. I'm falling, I'm falling, I'm falling way down. All delusional. Stop the feeling like I'm lucid dreaming. Got me flying high. Cause I can't believe that I get to have you close. On an endless road, I'm levitating now. In one of those lucid dreams. Lucid dreams.